Запускаю. 4 хила идем. Эрдруды, С2, Рестер, Шаманы. И без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто... ...войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в Цитадель Ледяной Короны. И самый темный шаг грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Чудовище, не чета героя Мальчика. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напомнишь наше время, паладин. Жались. Рейндж наберите все, служим, уходим. Так, я сейчас каплю Макгрегор тебе кину. На третьем стаке. Поклон заберешь. Забираю поклон. Квитик, прожмешь сейчас БЗ и заберешь босса. Прожимай. Забирай босса, бисквит. Бисквитик. Алло, ты тут? Из-за тебя танк умер. Альдеран, поднимай Макгрегора, не реварен убить всех. Хильте танка, сейчас дебафнули. Макгрегора захильте, Макгрегор правого черепа, кон левого. Давайте рост. Бисквитик, встанешь под с Макгрегором в одну точку. Станешь по команде. Уже можно. На нем есть пап. Вставай в одну точку с Макгрегором. Пройдись по этой зоне. Таби, давай. А жестко его пробивает. И читка на своего. Бисквитик, пройдись по рейду. На тебе баф. Пройдись по рейду по всему. Быстрее. Сними пора. Алич. Мили зону позади. Звезде подойди. Все. Уводи отсюда босса. Джесс, поднимай и убить всех. Ага, Джесс вот сейчас всех поднимет. Джесс это сова. Ладно, могло быть и хуже. Есть еще у кого-то БР? Ну, поднимай этого лока. Дайте бафы. Макгрегор, уведи босса с центра. Давай быстрее уводи. Быстрее уводи, ё-моё. Поклонский, дашь сакру первым, когда босс телепортнется в центр. Бисквитик, у тебя есть сакра? Священная жертва штука называется. На панельке есть? По команде прожмешь. Поклон, давай прожимай. Да, не прожал ты, нихера. Выведи немного босса.
босса. Выведи босса, миники не могут бить сзади, ты не понимаешь? Давай сакру, бисквит. Вот, сейчас вроде было сакра. У меня я чешку прожал, сакра. Забери с меня босса, я ставлю то, что рага была на нем. Никто не снял. Забери еще раз. Поклон. Давай сейчас сакру. Вроде не было. Почти получилось. А, да, конечно. Дело кому-то надо? Ну, может быть, я возьму, если никому не надо. Чужное тело. Там есть такое. Трофеи, запускайте босса. Ну, видимо, да. Я расстроился, думал, целка будет. Нет людей. Призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Маги, дайте инту. Спекайся в ДД. Кто я? Войт? Бисквитик. Сейчас дам. Горен мне, демон. Быстрее, герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет темное Макгрегор, ты будешь сбивать? Заморозка. Ну, можно, можно. Попробуй. У врата сейчас сыграли все. Слева от босса. Потом сыграли в трэш. Косина метка. Надо вы, что ты делаешь? На тебе не скрепление плоти. Бей босса. Сейчас. Череп хилим.
Скоро вулканы, надо будет в них влиться. Давай, вулканы сыграли, все быстрее вулкан. Сакру прожми по-клонски. РДД, отходим от Тереша. Таби, давай гимн отхил. Лилия, давай гимн отхил. Все мелкий трэш сыграли. Там еще один мелкий трэш. Быстрее у него все. Андеран метка. Кожу прожми, жизнь цвет. Череп хилим. Да, нам 6 лямов не хватает. Давайте, бейте врата. Ада можете не бить. Добивайте босса. Никто до сих пор не умер. Череп хилим. Здорово, прожми глыбу, скини метку. Так, на танк ваты, штаны. Роль в следующий раз, а не плюски, да. Колено Милика. Наручи на хила. Чернокнижник заигрался и поплатился. Тотем убрать. Трофей. Рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они пытались... О, еще есть танки. Надо плюс один танк хотя бы. Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаемся в орде. Дарина, у тебя нету танка? Нет, здесь просто надо 4-5 танков, чтобы они не бегали по рейду, не убивали людей. Спекаться, спекайся в танк, адовый, спекайся тоже. Адовый это кто? Пыщ-пыщ? Бадаринон тоже спекайся. Спекайтесь все, сейчас распределю. Так, Макгрегор, Рогу держишь. Поклонский ханта, бисквитик, паладина, ретрика. Даринон держишь фурика. Жесть, сколько здесь миликов. И этот адовый держишь ДК. Все запомнили, кого, кто что держит? Макгрегор Рогу, поклонский ханта, бисквитик, паладина, ретрика. Бля, я уже забыл, кого я назначал Навара. Ты Наваре Даринон, а адовый назначит на этом ДК. Все. Мы бьем Лока. Звездочка.
там еще можно? Ну, что, ну, кого-то. Юбом, ну оставайся в танке, поддержишь там кого-то. Мага подержи, разбивай косты шаману. Дал кулак. Все, танки вперед. Киру сдавать? Нет. Диспель болезнь. Диспель тигеру сейчас. Корона диспел. Блять, сколько тут говна всякого. Потом кружок будем играть. Чего вы не сбиваете косты? Я задал, пока вы собьете. Давайте в кружок. Давайте кружок. Используйте мини зону в эфире стоит. Thank you.
Дорога не нравится кому-то, вон. Понятно. Переспите бабл. Кто завтра будет обычки собирать или не? Шаман, а тут что шаман? Автоатакой забирает ты. Тут нету агро. Ах, как мы им хорошенько, да? Пушка на фурика. Нахила ноги. Ты в ДД. Да, всем в ДД. Плачь, наверное, ДД. Берите тотемы. Так, я запускаю. Дайте приставал. Могучие воительницы плети, Киры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание начнется. Видите, все темные порталы. Чуть на пух. Еще макро себе сделать на пол. Сейчас подождите, сделаю. Секунду. Там следить я за тем, что я говорю. Какой портал брать, светлый или темный? Хватит, ловим только темные шарики. Не добавлять ДПС, светлые наносят урон. Thank you.
Давай ту же вальку, повезло. Ляжет. Семка. Выбор лучше черепа. Конечно. Пояс на милика. И? Выбор по ЕПГП. Да, что там еще есть? Вот это рука. Бисквитик, спекайся в танках. Мне правила рассказывают. Ай, бля. Ну извини. Ладно, ладно, ладно. Я ж не знал. В этом рейде только два человека с самого начала в гильдии. С первого дня. А второй. Кроме меня. Куда идти? Не-не-я. Это либо куска, либо убить всех. Ну, ты в правильном направлении мыслишь. Я помню, еще был Кощуга, Мунбинка и ее друг. Вивальди. Я ж сначала не поверил в Олега. Да, я помню, ты еще писал, не знаю, у тебя что-то, наверное, не получится. А видишь, Олег как, да? Да, удивил. Красавец. Да вообще, я не рыл раньше. Жалею, что я начал всю эту фигню делать. Я бы давно уже забил. Надо было 2 года назад забивать. Бисквитик спекнулся в танк. Значит, твоя задача будет в том, чтобы на первой фазе стоять справа и ловить трэш. 2 моба будет. Этот трэш нужно подвести под босса, его зальют. То же самое на второй фазе, только ты будешь не вести его в центр под босса трэш, а просто кайтить. И все. По команде даешь сакру. В общем, делаешь так, чтобы как можно меньше урона нанес по тебе трэш. Стан кидаешь, прерываешь косты, гнев небес, волшебный поток, щит мстителя. Даешь стан, просто бегаешь от трэша. Все. Вся тактика.
Можно покидать изгнание зла на одного моба. Стем на хасту поставьте. Можно еще пойти дальше, распределить престол. Тогда вообще не нужны танки будут. Так. Грегор, что ты не танчишь? Прошло 3 секунды. Давай, подводи, бисквитик. Не иди с задницей, ой, с спиной к рейду. Трэш там не нанесет урона. Кивай косты. Еще один трэш. Бисквитик, иди под босса. Сыграли все в трэш. Все, вышли с... под босса. Шипы сейчас будут. Все. Кто-то помнит фильм «Звездный десант»? Да, я помню. Первый, который. Жуки вот эти вот. Которые... Ты вселялись? А, это вторая часть. Главное. Из первого Ген и Деннис Ричардс. Все, все, вспомнил. Там, где у него еще рыжая девчонка была, да? Там еще сиськи показали, блять. Хороший фильм. Еще там была Деннис Ричардс, которая похожа на Джейлис. Интересные факты. Да. Давайте, веди под... Бисквитик, веди под босса. Бисквитик, веди под босса. Последний трэш, который нужно будет слить. Давайте, в трэш сыграли. Бля, так жалко, что ее убили, пиздец. Нормально. Давайте рост. Все, бисквитик, выходи из-под босса, будешь ловить трэш. Его кайтить. Хиньте людей с дебафами и танков на фул. Бисквитик, не в ту сторону идешь, иди в сторону рейда, чтобы тебя захиливали. Если что, собьешь каст. Бисквит, давай сакру. Бисквитик. Прожимай сейчас божественную защиту. Куклонский, давай сакру. Давайте чешки. Давай, сбивайте касты, гнев небес, щит мстителя. Бисквитик, сбей каст. Давайте гимн от хил. Ах, как ему, да, блядь. Ах, засадили ему, да. Никто не умер. На трех боссах никто не умер. С таким рейдом. Что? Мобьёте. Особенно вон тот в красном, блядь. А вот эти кисти надо кому? Это надо кому?
Мне надо. Ну не надо, я распилю, два кристалла будет. Пацаны вообще, ребята. Перчатки на Фурика ДК. Штаны на Ханта. Или просто на ГС. Дай мне, наверное, своих процессить. Так, чертеж. Ролим все, у кого есть кузнечное дело 450. А я тебе на этом, на пинке. Ну тогда я себе заберу и продам на ОК. Фрешблад, покажи профу. Ладно. Игрок не найден. Ладно, заберу тогда себе, так и быть. Трофей. Да, что ноги на НХ потом? Да. Завоеватель. Ну, король-то что, хоть кто-то. Да я понял, Демиса, прочитал. Пока. Покоритель. Пушка на какого-то милика. Так, плащ на танка. Все, кто-то из вас рулит на танка? Бисквитик, наверное. Бисквитик, ты на кого рулишь? Да, это лучше. Плащ. Ну, у него еще хуже. Да, мне присоединяются ноги. Кто еще на это? Какой ник у шамана Деймоса? Я начислил уже, косарь, уже начислил. Деймосу? Да, черт. Ой, не знаю, собирать еще одну или нет.